Ребят, сегодня вечером у Кузи и у Митьки день рождения. Ну супер, вообще молодцы. Ты любовь праздновать вообще? Ты подарков забрал? Я своему другу. А ты крестный, да? Нет. Ну как бы Витя Хуйков крестный. Ну, короче, все равно для меня племяшка, потому что Кузя брат. Подарки набрал Митюша. Сколько готовилась вечеринка? Я не знаю, это вопросы к Женьке, как бы, но Митюхе подарков набрал. Может быть, сегодня произойдет событие, и семья воссоединится? Да, мне кажется, что вчера может быть это произошло. Они еще, не, произошло. Знаете, что я видел? Палки, короче, ребят, вчера, знаете, что я видел? Знаете, я палки не слышу. Они после того, как проходит лобда, они спускаются вместе и в машине сидят о чем-то разговаривают. Целуются они! Видишь, своя игра, да? Нас дурят. Да. Парни, здорово. Привет. Меня зовут Антон. Серега. Очень приятно. Привет. Саня. Я сегодня ваш буду тренер по Рибо Кроссфит. Да, я вам приготовили майки, как раз уже все одели. Круто. Мы как раз плотно поели, мы готовы. Мы плотно поели уже давно. Давно поели. Ну что, тогда надо заняться тренингом. На самом деле тренинг будет не такой сложный. Это функциональная тренировка, просто с большой интенсивностью. Давайте начнем. Что, готовы? Да. На старт. Внимание. Поехали, поднимемся. Все, до свидания, я думала с вами поработать. Взаимно. Всего доброго, спасибо. Спасибо за тренировку. Спасибо. Счастливо. Спасибо.